Здравствуйте, это «Вести Хакасия», я Елена Крылова, и в этом выпуске. Обыск в МЧС. Прокуратура подозревает высокопоставленных чиновников ведомства в коррупции. Протесты не помогают. В Саяногорске состоялся суд по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, несмотря на отводы адвокатов. Переносят рельсы в безопасное место. Впервые железнодорожники передвигают пути подальше от лавин. Обстоятельства гибели четырех жителей села Калинина выясняют следователи. Накануне внедорожник, в котором находились молодые люди, затонул под Абаканом в строительном карьере. Пассажирам и водителю спастись не удалось. Притом сама история вызывает много вопросов. Само место, где, по идее, находиться они не должны были, да и глубина водоема вполне позволяет выбраться на берег. Подробности у Константина Кравцова. Единственный свидетель происшествия – сторож частной территории. Как раз в том вагончике дежурит мужчина. Он отказался говорить на камеру, но вот что пояснил. Неуправляемый внедорожник, разбив ворота, ворвался на территорию, сделал резкий разворот и прямиком направился в карьер. Как раз в том месте и ушел в воду злосчастный УАЗик. Все произошло в минувшие выходные, в ночь субботы на воскресенье. На место прибыли полицейские. Спустя лишь полчаса сообщение о ЧП поступило к водолазам Южносибирского спасотряда. За такое количество времени выжить в воде нереально, поэтому спускаться на дно было решено уже днем. Каково было удивление водолазов, когда они обнаружили в машине 4 трупа? Ведь выбраться на воздух у людей были все шансы. Машина находилась не на очень большой глубине, но 3 метра. Как считать, для водолазов это маленькая глубина. Просто для человека, в принципе, уже существенная. Она превышает рост человека и уже требует специальных навыков, то есть продувки. Просто человек, не умеющий продуваться, может получить уже какие-то травмы. Вот. Ну, действия пассажиров, такое ощущение, что они просто их не предпринимали. Возможно, в момент падения сразу потеряли сознание. Как выяснилось, все погибшие – жители соседнего села Калинина. Им от 25 до 32 лет. Обстоятельства трагедии теперь предстоит выяснить следователям. В настоящее время по факту гибели четверых мужчин Следственным комитетом по Республике Хакасия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого будет установлены причины смерти мужчин, а также находились ли они в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с причинами гибели мужчин предстоит также выяснить, что они делали в этом районе Абакана. Работали на местной стройке, уходили от погони и, главное, почему УАЗик упал в водоем. Константин Кравцов, Антон Михайлов, «Вести Хакасия». В отношении высокопоставленных чиновников МЧС Хакасии возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в расхищении бюджетных средств. По одной из версий, поводом для прокурорской проверки стало сообщение на одном из городских форумов Абакана. Автор пишет, что несколько лет подряд в управлении некоторым сотрудникам начислялись высокие премии до 300 тысяч рублей, часть которой они возвращали руководителю. По другой версии, поводом для проверки стало сообщение о том, что помощник по кадрам злоупотребил полномочиями и помог своей супруге в получении специального звания майор внутренней службы. Данный факт подтвердился. Параллельно прокуратура совместно с ФСБ и Росфиннадзором проверила законность использования бюджетных средств, выделенных МЧС Республики на оплату труда и премирование сотрудников за последние 3 года. Результаты проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела. Установлено, что заместитель начальника финансово-экономического отдела МЧС России по РХ, действуя в составе организованной преступной группы, члены которой в настоящее время устанавливаются органом предварительного расследования, требовала от сотрудников МЧС часть полученного ими премиального вознаграждения за возможность в последующем получать премии, в том числе в повышенном размере. В период с декабря 2012 года по январь 2013 года ею получено от 6 сотрудников МЧС взяток на общую сумму 185 тысяч рублей, что составляет крупный размер. В МЧС Хакасии ситуацию официально пока не комментируют. Есть информация, что в ведомстве, начиная с мая, проводятся всевозможные проверки. В очередной раз оказалось под угрозой срыва сегодняшнее заседание суда по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И снова из-за адвокатов они подали ходатайство о самоотводе. Между тем суд это коллективное заявление отклонил, и заседание состоялось. Из Саяногорска Наталья Гармашова. Терзают память и пострадавших, терзают нас, потерпевших, каждый раз выезжать за 40 километров из Черемушек сюда на
эти заседания, крутить нервы и так далее. Это издевательство. Я не знаю, каждый раз идет проволочки. Выдумываются какие-то несущественные причины не быть, отменить заседание, протянуть время. Буквально в первые минуты заседания родственники погибших сотрудников СН Шушенской получают подтверждение своим словам. Все семеро назначенных судом адвокатов подают коллективное заявление о снятии с себя полномочий. Некоторые даже просили разрешения покинуть зал суда. Причину ходатайства о самоотводе прокуратура видит в полученном ранее письме из Федеральной палаты адвокатов. Это связано с решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 27 сентября 2013 года, где фактически адвокатам, которые назначены по назначению суда, рекомендовано не участвовать в процессе при сложившейся ситуации, то есть не подчиняться законному решению суда вплоть до потери работы. Потерпевшие отреагировали. Во-первых, вы знаете, что уже проведен пикет. Были достаточно корректные обращения к адвокатам о том, чтобы стабилизировать данный судебный процесс, поскольку в данном случае закон не допускает безнаказанности, тем более в такой ситуации. Прокуратура и потерпевшие выступили против самоотводов, а вот адвокаты, которые работают по соглашению, намерения своих назначенных коллег поддерживают. Навязывание защитников своих услуг невозможно, не основано на законе, поэтому они абсолютно в правовом поле. Более того, сторона защиты уверена, обвинения со стороны потерпевших, связанные с якобы затягиванием процесса, не оправданы. Адвокаты действуют в дозволенных законом рамках. Я считаю абсолютно необоснованное обвинение всех защитников в том, что мы затягиваем. Звучит это в процессе, что мы ждем 2015 года прекращения дела за истечением сроков давности. Поскольку мы пытаемся и будем пытаться доказать невиновность, то, соответственно, предполагать, что мы именно делаем это для затягивания, абсолютно необоснованно. Между тем, финальное слово за судом. После перерыва судья огласила решение отклонить ходатайство назначенных адвокатов о самоотводе. После почти 3 месяцев затяжных и безрезультатных заседаний разбирательства перешли на новый этап. Судебное следствие началось. До вынесения приговора остается 22 месяца. Родственники погибших надеются и верят, что виновные в гибели родных будут наказаны. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В 6 районах Хакасии закончилась уборочная. В общем, аграрии намолотили больше 140 тысяч тонн зерна. Отстают пока Багратский и Орджоникидзевский районы. В последнем ситуация самая сложная. Здесь аграрии ждут, когда ударят морозы. Только так они смогут выйти в поля. Земля затвердеет, а пока комбайны просто вязнут в грязи. Напомню, уборочная в этом году получилась непростой. Проблемы не раз обсуждались на региональном уровне. И благодаря содействию властей отстающим хозяйствам помогают аграрии из других территорий с рабочей силой, техникой и ГСМ. На этой неделе сельскохозяйственная тема станет главной на выездном республиканском совещании. Аграрии со всей Хакасии обсудят причины и последствия проблем в уборке урожая, а также продумают пути выхода агросектора из сложного положения в преддверии посевной. Железнодорожники переносят пути дальше от скал. Работы идут на перегоне станции Лужба-Теба. Каждый год этот участок подвергается сходу лавин. Но таким методом бороться со стихией железнодорожники решились впервые, рассказывает Юлия Константинова. Такой перенос путей – событие историческое. Даже для дорожного мастера участка Андрея Гончарова, стаж которого на железной дороге больше 20 лет, рассказывает, техника задействована тяжелая, а работы необходимо выполнить с ювелирной точностью. Чтобы срихтовать путь, нужно оставлять зазоры по 10 миллиметров должны соответствовать. Одно звено 18 тонн вешает, его надо уложить, надо закачать его, поймать на шаблон. Это такой довольно сложный процесс. И весьма дорогостоящий. Больше 80 миллионов выделила железная дорога на уникальную реконструкцию. Причина – снежные заносы и опасность хода лавин, которые в течение зимы создают проблемы для движения поездов в десятки раз. Снег на Чульжанской дистанции пути достигает 3,5 метров. Для его уборки спецтехнику приходится применять регулярно, в том числе устанавливать задерживающие барьеры, кольктафели, устройства, позволяющие менять направление ветра, чтобы сдувать снег с мест зарождения лавин. Чтобы кардинально изменить ситуацию, принято решение о переносе путей вместе со всей инфраструктурой. Первый длиной в 650 метров уже перенесен на 8 метров. Сейчас ведутся работы по демонтажу и укладке второго.
Еще 2-3 дня назад на этом месте лежало железнодорожное полотно, буквально в 5 метрах от скального прижима. Только за прошлый год лавины с вершин сходили несколько раз. Вот эти своеобразные заборы смогли остановить сход снежных масс, но год на год не приходится. 2 года назад на перегоне Чульжан-Бельсу лавиной в реку был снесен грузовой состав. Никто не погиб, но материальный ущерб был нанесен огромный. С того времени начались подготовительные работы к реконструкции путей. Завезено более 40 тысяч кубометров скального грунта. До 7 метров пришлось сделать длиннее водопропускные трубы, перенести опоры, стрелочные переводы. Объем работ беспрецедентный. Ну, он стоит того. В первую очередь вопрос ставится о безопасности движения поездов и пассажиров. Здесь у нас и пассажирское движение, и грузовое. Поэтому во главе угла только в первую очередь этот вопрос. Я думаю, что вот комплекс работ, который здесь завершается, он позволит нам на 100% обеспечить безопасность движения поездов и жизнь людей, пассажиров наших. Сейчас движение поездов идет по одной, уже готовой ветке. Реконструкцию второй планируется завершить до наступления больших снегопадов. На Чульжанской дистанции пути этот период наступит недели через 2-3. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести», Хакасия. В Черногорске задержан мужчина по подозрению в педофилии. Его жертвой стал 9-летний мальчик. Задержанному 31 год, он безработный. Свою вину уже признал. Как рассказал мужчина следователям, он подкараулил ребенка возле одного из магазинов города вечером, попросил показать, где находится здание бывшего хлебозавода, и уговорил сесть в свою машину. Мужчина вывез ребенка за город, изнасиловал, а потом привез обратно к магазину и отпустил. В полицию обратился отец мальчика. У следователей есть подозрение, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в других регионах. В Саяногорске активизировались телефонные мошенники, уже есть и пострадавшие. Мошенники работают по банальной схеме. Звонят и говорят, что родственник собеседника либо попал в ДТП, либо оказался в неприятной ситуации и сейчас находится в тюрьме. Причем аферисты для большего эффекта представляются силовиками. И за то, чтобы уладить проблемы, просят крупную сумму. Требования доходят до 50 тысяч рублей. К этому моменту такие звонки получили больше 10 человек. И, как отмечают силовики, граждане стали мудрее. Большинство предпочли проверить информацию в МВД. Но все-таки 4 на удочку попались. Среди них в минувшие выходные с 20 тысячами рублей добровольно рассталась пенсионерка. А 60-летний мужчина отдал мошенникам 40 тысяч рублей. Не дают человеку отключиться, то есть держат постоянно его на связи. И тем самым, контролируя его, доводят до такого момента, что человек, вот как женщина сама рассказывает, говорит, мимо дома своего сына проходила, видела даже, что окна, свет горит. Вместо того, чтобы отключиться и зайти к сыну, уточнить информацию, случилась ли такая беда, либо позвонить в городскую полицию, уточнить информацию, было ли на самом деле такое ДТП, не было. Что в таких случаях делать? Она вот под действием разговора с этими мошенниками, она дошла до банкомата и отдала своих 26 тысяч. В Черногорске служебная собака случайно почуяла у прохожего коноплю. Все произошло во время патрулирования улицы Горняцкой отрядом ППС. Внимание собаки привлек 36-летний прохожий. Оказалось, не зря. С собой у мужчины было 665 граммов марихуаны. Задержанного отправили в отделение. Саяногорск получил резерв по электроэнергии на десятки лет вперед. В городе металлургов после реконструкции открыли подстанцию 220 киловольт, означенная районная. Уникальную в своем роде. Подробнее Ольга Стельмах. Всего за 5 лет энергетики обновили подстанцию с полувековой историей. 220 киловольт, означенная районная, в Саяногорске введена в 67 году. От ее работы зависят не только потребители Саяногорска, но и прилегающих поселков – 73 тысячи человек. Старое оборудование износилось и требовало ремонта. Благодаря лишь грамотной работе специалистов удалось избежать отключений. Сегодня открытие, процедура скорее формальная. За все время реконструкции ни на один день подстанция из строя не выходила. Реконструкция велась на территории действующей подстанции. Это было сложно, оперативно, то есть как бы и для оперативного персонала, и для организаций, которые занимались проведением субподрядных, генподрядных организаций. Сложно было в том плане, потому что, выводя оборудование, мы снижали надежность потребителей. А некоторые операции приходилось делать таким образом, что создавались временные схемы. Уникальная в Сибири подстанция, которая выдает сразу 5 классов напряжения, оснащена самым современным оборудованием. Ее мощность увеличили в 2 раза. Сегодня это 330 мегавольт-ампер. Повысили надежность сетей и их экологичность. Создан огромный резерв. Энергетика должна идти вперед промышленности на 3-5 лет.
Сегодня этот шаг получился на 25-30 лет. Город Саяногорск и все прилегающие территории 25 лет могут не болеть о том, что у них завтра будет проблема с техприсоединением, будет ли работать качественная электроэнергия. Техническое переоснащение – часть инвестиционной программы. Деньги выделяет федеральная сетевая компания. Кроме Саяногорска, наращивает мощности и в других районах Хакасии. Мы завершаем строительство линии Абакан и ТАТ, повышение надежности электроснабжения, значит, Хакасии в целом. Мы меняем выключатели, 7 выключателей 110 на подстанции Абаканская районная, что связано опять-таки с развитием, с тем, что увеличились нагрузки, увеличились, соответственно, наши параметры. Идут переговоры и о строительстве подстанции «Степная». Она обеспечит надежным снабжением жителей Аскисского района. Ольга Сельмах, Сергей Казьмин, «Вести», Хакасия. На усиленный режим работы переходит налоговая Хакасия. Это связано с тем, что у жителей республики, впрочем, как у всей России, осталось 3 дня, чтобы заплатить налоги. С 1 ноября срок истекает, и тогда тем, кто не успел погасить долг, будут начисляться пени. Кстати, если уведомление не пришло, узнать, есть ли просроченные платежи, можно на сайте налогового ведомства в разделе «Узнай свою задолженность». Завтра и в четверг налоговая будет открыта до 8 часов вечера, а в среду и в пятницу до 6. И вот на этом наш выпуск завершен. Завтра будет новый день и совсем другие новости. Приятного вечера!